квадратные подарки. Но сегодня они привезли вам подарки, такие маленькие, красивые. Пожалуйста, каждому из вас. Поздравляем! 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 Сейчас мы приехали в 7-й интернат, тоже поздравить. Здесь очень много деток, которые нас ждут. Красный Крест, психологи, наш психологический центр, наша велобанда с поддержкой пехоты Сережи, который купил сладкие подарки. Будем радовать сейчас детей, поздравлять их. Там и конкурсы, и игры, и конфеты. Сегодня просто потрясающий день. А сейчас слухайте, важно, чтобы не повторюватись.